Систему водоснабжения в городе Бикини полностью обновят через 3 года. Об этом заявил губернатор Хабаровского края во время поездки в районный центр. Михаил Дегтярев осмотрел состояние городского водозабора, а также побывал на других социальных объектах. С подробностями Антон Петрович. В начальной школе номер 23 города Бикин уроки начались с 1 сентября. До этого учебное заведение стояло закрытым несколько лет. Здание 3 года назад признали опасным для детей. Чтобы привести его в порядок, потребовалось выделить из краевого бюджета более 8,5 миллионов рублей. Она была закрыта в 2018 году из-за аварийного состояния. Мы выделили дополнительные средства, здание отремонтировано, перекрытия заменены. И сегодня там уже занимаются дети. Также Михаил Дегтярев проверил, как в городе идут работы по проекту «Комфортная городская среда». До конца осени строители должны закончить реконструкцию привокзальной площади. Рядом находится заброшенный городской парк. За него представители местной власти обещали взяться в следующем году. Мы будем вести переговоры с администрацией города, чтобы совместными усилиями написать проект и участвовать в программах, которые даст возможность привлечь финансирование и благоустроить его. Но главным объектом рабочей поездки губернатора стал Бикинский водозабор. Его построили еще в 60-х годах прошлого века. За счет средств краевого бюджета в этом году разработан проект реконструкции. Он обошелся в 39 миллионов рублей. Средства на модернизацию системы водоснабжения регион рассчитывает получить из федерального бюджета. Это 1,7 млрд. Предварительная договоренность с Москвой уже есть. Предварительно проверен этот проект Минстроем. То есть выдано заключение, что у них вопросов к этому проекту нет, и технологии применяемые, и материалы их устроили. После всех необходимых согласований и экспертиз будет объявлен конкурс по выбору подрядчика, а уже весной 2022 года на водозаборе начнутся работы. Проект рассчитан на 3 года. Подрядчикам предстоит установить новые насосы на скважинах, построить пункт очистки воды и полностью заменить в Бикини водопроводные трубы. Антон Петрович, Виктор Казаров, телеканал «Губерния».